Добровольным пожарным дружинам поселка Каменный Буерак и острова Сарпинский сегодня были переданы 3 автоцистерны. Машины оснащены всем необходимым для борьбы с огнем и могут быть задействованы при тушении самых сложных возгораний. Спецтехника, которая до последнего времени находилась на вооружении МЧС, обновлена и отремонтирована. Техническое состояние машин лично проверил главный спасатель региона. Автомобили технически в полном боеготовом состоянии. Прошли предварительно обслуживание. В каждом автомобиле имеется по 2 пожарных рукава и 1 стволу. Ну и кроме того, для острова Сарпинского мы 1 автомобиль укомплектовали всасывающим рукавом со всасывающей сеткой. Для того, чтобы начать использовать полученную технику, народным пожарным придется пройти недельную подготовку в Волгоградском центре МЧС. К слову, до конца этого года спасатели планируют передать добровольным дружинам региона еще 14 спецмашин.